Здравствуйте, меня все еще зовут Дробышевский Станислав Владимирович, и я объявляю очередной новый набор на курс общей биологии. Биология – наука большая, развесистая, и в прошлом году уже были определенные лекции, но было еще далеко не все, а биология гораздо богаче и интереснее. И курс будет продолжаться, но это не мешает новым людям заниматься биологией, потому что, опять же, наука велика и масштабна. Поэтому с нового учебного года будут новые лекции, новые курсы. В отличие от просто стандартных курсов лекций, которые происходят в других лекториях, тут интерактивное общение, когда, во-первых, не только я вещаю, а во-вторых, я спрашиваю, а во-вторых, всегда есть возможность участникам поучаствовать в процессе. А это самое важное, потому что когда вы сами все это проговорите, сами это озвучите, тогда вы это поймете, потому что наше мышление – это речь, это общение между людьми. Этим отличается наш курс общей биологии от всех других подобных, ну, по крайней мере, которые я где-то еще веду. Вот, понятно, что не только я веду общую биологию, но я ее тоже веду. Поэтому приходите в проект Станислава Дробышевского, всю информацию смотрите в описании, там будет подробно, что, где и как, куда соваться, куда бежать. Изучайте биологию, прекрасная наука. Может быть, вы не станете профессиональным биологом, но вы будете намного больше знать о себе и мироздании.